Ребятки, всем привет! Вот у нас и утро. Время 7:52. Я встала в 7:30. Вот. Ну, там 7:35, по-моему, что ли. Вот. Ну, не суть. Вчера я вместе с вами собирала портфель. Улиток я не кормила, так как у них все было. Сейчас я проверяю, есть у них все или нету. Все у всех есть. Все, сейчас барщику буду уже наваливать корм. Все буду ему давать, все уже собрались. Вот, барсик смотрит в окно, пока что любуется. У меня чистит снег. В общем, все вот так. Да, барс! Всю шторку уже порвал. Барс! Вот. Ну, короче... Как-то так. Но я еще не завтракала, но мы собираемся ехать до часов в 9:10. Вот. Мучаешься с этими занятиями физкультуры. И тут съел одно пирожное, и все тут же готово. Как-то так. Барфи я буду очень много насыпать корма, так как... Он вырос, и ему сейчас надо много питаться. И он совсем по себе сам много кушает. Наверное, я себе сделал какие-нибудь кудри, еще точно не знаю. Одежду я уже сейчас буду вместе с вами выбирать. Ну, как я выбирала по себе, я хочу вот эту кофту. И вот эти джинсы. Это тогда на моих попупочках я вам показываю. Вот эти джинсы. А там не знаю, что мама скажет. Может, она скажет, что мне другое делать. В общем, вот так. Пока что всем пока. Буду держать вас в курсе. Дорогу буду снимать, либо приеду туда вечером, буду монтировать, либо по дороге, если какое видео полноценное получится, то сразу же выложу. Не знаю, но буду держать вас в курсе. Дорогу я вам, конечно же, буду снимать. Сразу я, скорее всего, не буду снимать, а засниму уже потом, когда мы будем там в каких-нибудь лесах, там... ехать по трассе и все такое. Ну, короче, буду держать вас в курсе. Всем пока, мои единорожки, котятки. Не знаю, как вас даже называть. Всем пока.